Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И обещаю, в этом видео мы с вами пройдем всю игру Ванатон. Также я вам расскажу в конце видео маленький секретик. Так что, ребятки, не упустите. Смотрите! Ну а мы с нашим бананом вперед за приключениями. Вот он наш молодец, бежит за сокровищами. Он уже точно знает, что ему нужно сделать. Сейчас мы с вами выкопаем. Вы уже, я уверена, неоднократно тут землю-то копали. Знаете, по какому маршруту мы идем? Ах, нет, ребятки. Смотрите, не пропустите. Также, если вам помогло это видео, не ленитесь, ребята, поставьте лайк. Ну, а мы немножко подкачаем ножички. Вот такие-то у нас сильные. Опа! Вот это мы тут с ним преодолели препятствия. А сейчас... Опа-на! Неувязочка за нами бежит. Точнее, не бежит, точнее, катится шарик. И что же нам делать? Что вы, ребята, думаете? Конечно, пригнуться. О-о-о! Бабах! Ой-ой-ой, нас закинуло прям сокровищем. Смотрите дальше. Тут у нас, как вы знаете, спит Мишка. Ну что же лучше сделать? Конечно, проползти. Ползем, ползем, ползем. Где же выход? Вот он. Так, вот тут нам нужно быть предельно осторожными. Сейчас, опа-на. Нас будут атаковывать стрелы. Чтобы быть предельно осторожным, что же нам сделать? Пробежать? Стрелы быстрее будут. Ракеты полететь. Да уж, вы пробовали ракеткой полететь? Давайте-ка напишите, а мы аккуратненько пройдем. Странно, что-то наши тут туземцы-то нас еще не встретили. И не попались нам. Да, нет, друг, рано радуешься. Но сейчас у нас тут будут змеи. Как же хочется этим змеям натоптать. По макушке настучать. Но нет, нам лучше всего тут спеть. Проявили мы тут свои музыкальные способности. Аж змеи устали и захотели спать. Давай-ка мы, бананчик, скорее монетку забирай. Забираем монетку. Отлично! Ура! У нас монетка. Ну, это наш путь к сокровищам. Ну что, рычаги понажимать? Да нет, уже пробовали не раз. Ох, у нас это не получалось. Открылись двери. Ура! Побежали, побежали, и мы прибегаем. Та-да-да-дам! Вот они, наши сокровища. Ну как же нам взять этого нашего человечка? Что же сделать? Ай-яй-яй. Давайте-ка попробуем. Мы тут звуковую. О-о-о-о! Все, забираем мы наше сокровище. Ну что, сейчас ждите партию туземцев. Мы по ним скучали, но они тут как тут. Решили к нам прибежать. Чего вы тут? О, получайте! Вот наш идол нас и спас. А мы уже тут напряглись, думали сейчас. Отберут наше сокровище. Побежали отсюда. Ну что, препятствия будут? Да, конечно, гляньте, мы тут все в золото превращаем. Вот это мы игрушку взяли. Взяли одну, а столько-то золотых слитков можем наделать. Вот это да. Пробегаем. Ой-ой-ой, это что тут за лава-то такая? Ну, спасибо тебе, наш дружище. Вот мы практически уже уходим. Ну ж, о-о-о, золотые пилы. Вот это да, и пресс. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Уронили, ё-моё, столько вытерпели, выдержали. Да нет, он к нам так и просится в руки. Вы только посмотрите, всё. Ой-ой-ой, вся наша сокровищница становится золотой. Походу, мы будем с золотым бананом. Давай-давай, дружочек, газуй-газуй. Ну все, бананом золотым стал. Ой, а тут еще есть фишка. Берем ее. Она нам пригодится. Отлично, вот это у нас тут лунный посох. Да, сейчас мы тут... Давай-ка, золото, становись, как было. Отлично. Сейчас все вернется на свои места. А наш идол что, расплавится? Не хотелось бы.
Ой-ой-ой, ну ты только там не плавься. Вот и принесли нашего идола, и туземцы с нами дружить стали. Отличненько, все, поставили мы на место. Наше чудо-юдо так заулыбалось. Ну все, а теперь победный танец, та-ра-ра-дам. Все, ребятки, вот и наш банан добыл свое сокровище и решил поставить его на место. С вами мы также собрали все эпизодики. И в этом, ребята, скроется наша фишка. Если вы соберете все эпизодики, то вам будет возможно взять идола и победить вот этих туземцев, превратить их в золото. До тех пор, пока вы не соберете все картинки, даже не пытайтесь собрать сокровища, все равно туземцы его у вас отнимут. Также еще тут есть и некоторые артефакты. Напишите в комментариях, сколько артефактов собрали вы за игру. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока-пока! Всем до новых встреч и новых приключений на канале Kids Game Show TV. Также, ребятки, пишите в комментариях, какую игру еще сыграть интересненькую.